неї було все – триповерховий елітний будинок, котедж, власні магазини, перукарня для тварин. Коштів вистачало і для своєї родини, і на допомогу інтернатам, сиротинцям, а котедж не був об'єктом престижу. Щолітом вона заселяла туди сиріт для оздоровлення. Але тут почалася війна. Мы жили хорошо, бизнес у меня был. Я на рынке предпринимателем была, сумки, обувь. У дочки тоже бизнес хороший был, у нее зоомагазин и салон по стрижке собак. У зятя был бизнес, у него евроремонт. Бизнес я раньше немножко прикрыла и сдавала контейнер. Материально обеспечены были. У меня еще вторая дочка. Ни в чем не нуждались, купила новый дом. Сделала хороший ремонт, новую бытовую технику, мебель. Думала, я готова к старости. Ну и 2014 год. У меня осталось только одни ворота сделать. Утром, когда стала вставать, я рано встаю в 4, и где-то уже стали взрывы где-то быть. Ну, думала, это где-то далеко. Потом все ясней и ясней. Усе зароблене в Ольги забрали на розвиток молодої республіки. У її чудовому будинку поселився новий начальник прокуратури Стаханова, двічі судимий герой Новоросії. Перший раз за вбивство, другий за те, що кинув у ресторані гранату, через що кілька чоловік позбулися кінцівок. А Ольгу разом із дочкою вигнали з будинку, погрожуючи розстрілом. Дочка з Одеси приїхала продать дом, хоть купить какое-то жилье на территории Украины. Это с самого початку войны, так? Нет, это в 2016-м она поехала. Так. В 2016-м. И там бомбили, задержала, сделала на ремонт, выставила в интернет. Стали приходить. Это потом приехал, там был рэкет 90-х, Фурол, это его брат, я не знаю, как его зовут. Ну, он сказал, я тебе 1500 даю, и она говорит, нет. Он говорит, хочешь живая отсюда уехать? Ну, в общем, написала она какую-то расписку, и он вселился. Что такое 1500? Ну вот, а когда я переезжала с холодильника, телевизор, там сказали взять большую машину, и можно вывезти, я взяла там, телевизор, дочке холодильник, себе холодильник, вон там от бизнеса еще морозильная камера в веранде стоит, диванчик один и такую, ну там, бытовую технику. Много не наберешь. И мы поехали. Боже, все блокпосты. Тварь, драпаешь, как меня оскорбляли. И уже на последнем он меня чуть прикладом не убил. Он меня так давил. Мы пересекли эту границу, все-таки выпустили буферную зону, приезжаем украинские войска и говорят, возвращайтесь обратно. Машина 4-тонная, нужно разрешение, можно только до 3 тонн. Я уже, честно, я хотела пойти на минное поле. Я говорю, я уже не поеду, я оттуда только проехала, вот ехала 7 часов с оскорблениями, с угрозами. Мне, взрослому человеку, вот там стояли, все стоят с цепями, как одеты, как я не знаю кто, все с оружием. У меня затрусились руки, он меня спрашивает, как ваша фамилия? Вы верите, я забыла, у меня редкая фамилия, не... я забыла даже фамилию. Я еле достала паспорт, и вот это вот он прочитал фамилию, позвонил кому-то, и, Господи, дай Бог ему счастье. И нам вот помог, дал воды, вызвали даже скорую. И мы проехали на Украину. Ну, а різниця була між блокпостом українським і тим легіонерівським, тими людьми, які там стоять? Конечно. Там не люди, там у мене... Я не хочу повторити ті слова, які сепаратисти мені говорили. Там був
такие сквернословия, матерные слова, унижение человеческого достоинства. Я не знаю, когда тогда у меня инсульт не получился, я вообще была. Ты кажешь, что это они с ланцюгами стояли? Я не могу, так? Конечно, они. Я не могу вам сказать, как они, что они вот это, возразить. Они вооружены. Что я могла сказать? Оставайся, чтобы мы там живой щит. Вы понимаете? Мы живой щит. Поэтому меня так. Они привозят. Они, когда я там еще была вот эту неделю, ждала машину эту, да? Я была у родственницы. Город Стаханов. Это район старого отделения милиции. Это центр. Мы в центре жили в самом. И там было бывшее АТП. Там стоят орудия. Всю ночь вот из этого центра бомбили на украинскую сторону. А если бы была ответка? Они бомбят везде эту пушку только из населенного пункта, из центра. И так даже, я говорю, я видела, как с мясокомбината на фаворит. Это территория одного города. Праздник, не праздник, все, напились праздник, начали стрелять. Псковская 95-я дивизия. У нас стоит она. У нас там все вот за украинскую армию. У нас Люда только одна. Но она жила бедно все время. Мы ей там помогали. Она не сдаст. Я могла сказать, Люда, ну что ты там? Она говорит, а вот зато как в городе чисто. Люда кто? В городе моет. Наташка Волкова. Она работает с 7. А далеко работать, да? Вышла без 15-6. Тут военкомат. Ее забрали в яму. И она целую неделю красила и подметала вот этот город. Ви кажете, забрали в яму. Що це мається на увазі? Ну, арестували на неділю там підвал, от там, де там. Они... Змусили прибирати? Да. Так. Ага. Вона вручила комендантський час. Ага. Там шести, это, вот, до, раніше шести нельзя виходити. І до дев'яти. Ну, потім, вроде, до одинадцяти продлили. Ну, раніше було до дев'яти. Якщо вийдеш, то вже все. Тебя заберуть. Бомбоубежище было, где Сара и Совбез, это по улице Комсомольской, да? У меня там родственники, это я вот приехала, и она тоже за ополчение была. Она говорит, Оля, дурдом, вот как бомбят, вот мы с ней стояли. Говорю, а что в общежитии нельзя? Бомбоубежище еще при советской власти там было. А он мне Салчевска какой-то крутой бизнесмен выкупил. Там поубирали и замок повесили. Теперь прятаться нельзя. Ну нормально, защитники. От кого? От кого защищать? Я боялась ехать, потому что там пропаганда тоже. Там я не знаю украинского языка. Я вот приехала в село в это, да? Боже, у меня такие соседи хорошие. Даже в Хмельницке было. Все очень хорошо относятся. Такого я не ожидала, конечно. Вы смотрите для себя российские каналы? Ну, хотя бы знать. Я смотрю только потому, чтобы сравнить. Вот что... Товарищ Путин говорит, наших войск там нету. Если были, уже были в Тернополе. Я была на территории оккупированного Донбасса, да? Поэтому я сличаю два этих телевидения, и российское, и такое. Это ложь. Не надо нас защищать, товарищ Путин. Все, будем жить мы, как и жили. Вот чем там сейчас кормят? Как вы думаете? И там магазин «Абсолют» был большой, да? Теперь там хозяин военный. Я не знаю, откуда он. Ну, в форме, в этой. И вот сахар стоит. Хотя бы заклеили или отклеили. Отклеить там, конечно, пакет порвется. Там написано «ГУМПОМ». Гуманитарная помощь. И цена 57 рублей. Все, и никто не может возразить. Вот там, это гуманитарная помощь. Там гуманитарная помощь от России. Вот я тут получила, да? Я не верила, вот она мне в прошлый раз попала. Оля, успокойся, все будет добре. А там родственница 4 часа
говорит, простояла, Оля, гречку давали, по полкило на человека зимой. Заболела, стала гречку варить, а там крысиные фекалии. Рідне Стаханіво Ольга покинула у липні 2014 року і жила у доньки в Одесі. У квітні 2017 року Ольга переїхала на Хмельниччину, де нині живе ще одна її донька. У мене дочка в Хмельницькій. Они были в Бахмуте. Он там, он служит в 8-м полку. Я он не знаю, кто? Зять. И когда он там год пробыл, военный там это, он в разведке, по-моему, да, разведке. И он это, он мог там бы остаться, но он привык к своему полку. А этот полк Хмельницкий. И они с Бахмута поехали сюда, тут сняли квартиру они. И внучка в школу пошла, и они сюда. Я приезжала сначала просто в гости к ним на Новый год со второй внучкой, с Одессы. Мы там же были. А потом вот та дочка потеряла работу, и мы с внучкой приехали сюда в апреле месяце, оформили ее тут в школу и стали присматривать этот дом. Ну, по интернету разные смотрели варианты, но денег у нас. Огород. Вырастила все, и инсульт. Усе пережити так просто для жінки не минуло, і на початку серпня у неї стався інсульт. Після лікарні Ользі потрібна реабілітація, оскільки у неї порушена координація рухів, до того ж вона не відчуває ліву руку. Продуктами і недорогими ліками допомагають волонтери, а от коштів на серйозне лікування немає. З травня жінка не отримує переселенські, оскільки оформити їх нікому. Донька Ольги пішла добровольцем на фронт. Все, Оля, буде добре. Ми вернемо наш Донбас, вернемо в Астахану, крім наш вернемо. Все буде наше. Все буде наше. Ой, ніколи вже не буде. Буде, треба вірити. Наші хлопці там воюють. Може, мої внучки доживуть.